Сапоги «Эсмеральда» – самое выгодное предложение только одного дня от бренда «Вилмор». Эксклюзивная разработка, которая была создана специально для сегодняшнего показа. До минус 25 градусов подходят сапоги по цене только сегодня в четырех цветах на выбор. Сегодня представит нам эти сапоги Микола Комендров, эксперт, дизайнер одежды. Микол, ну тебе какой больше всего цвет нравится? Мне нравятся все цвета, но есть, конечно, свои фавориты. Конечно же, красивый бордовый цвет, и тем более институт Пантон, который имеет влияние по названию цветов, в этом году его называют пурпурно-фиолетовый. Хотите быть магической, выбирайте коричневый оттенок, пустынности серый цвет, его также называют сайт Пантон, тоже для вас, мои дорогие. Можно выбрать черный. Эти три модификации выполнены в эко-нубуке, то есть имеют фактуру бархатистую. И одна модель у нас представлена в эко-коже. Это более классический вариант жокейского стиля. Как говорится, все к вашему столу готово. Пейте кофе, наливайте чай и выбирайте свое лучшее предложение. Да, я свое лучшее предложение уже выбрала. Микола, посмотри на мои ножки, как они блистательно смотрятся. Очень дорого выглядят, богатые. Главное, застегнулись. Вот это мне тоже очень нравится, когда легко сапожки застегнутся. Да, несмотря на то, что, Оль, там пушистый мех, который согревает до минус 20 градусов. Да, как выбрать, кстати, размер? Это тоже очень важно. Все-таки смотри, мех здесь какой, густой очень. Да, смотрите, линейка у нас расширена до 42 размера, от 36 по 42. Рекомендую выбирать сегодня на размер больше. А значит, 35 размеры могут присоединиться и смело забирать 36. А 41 будет у нас с вами крайним размером. И обратите внимание, если у вас есть проблема, то можно ее с легкостью решить. Светлана всегда с радостью покажет именно и поделится своей проблемой и даст возможность вам также доказать то, что можно сегодня ее решать. 39 размер ножки у Светланы, вальгусное нарушение, практически 10-я полнота по вальгусной части. Она выбирает сегодня 40-й размер для того, чтобы усилить свободу, легкость и комфортабельность для своей проблемы, чтобы она не стала ее проблемой. Изумительная обувь для любой ножки. Получается так, Микола, застегнуться, даже если у вас полненькая ножка, если у вас вальгусная деформация и шишечка, не переживайте, эти сапоги будут бережно относиться к вашей ножке. Это эксклюзивная коллекция, которая была разработана специально для сегодняшнего показа в честь модных выходных на телеканале Shopping Show. И сегодня на сапоги действует скидка 51%. Зимние сапоги за 3499 рублей. И эта цена действует только сегодня. Завтра этого предложения уже не будет. Успейте заказать как можно скорее. Да, кстати, вот знаешь, вот когда выбираешь для себя обувь, всегда хочется, чтобы она была универсальная. Вот я, например, когда платье вечернее надеваю, всегда думаю, ой, сапоги вот мои зимние не подходят к платью вечернему. Да, вот это, кстати, модель хороша с casual образами для повседневной жизни. А если вы в этих сапожках собираетесь на какое-то мероприятие и не готовы их там переодевать в туфли, как раз-таки этот блеск будет и работать с вечерним платьем. Здесь используется у нас с вами вместо страса стеклярус, который еще больше увеличивает как раз элегантности. Металлическая цепочка, которая имитирует здесь форму молнии, является не просто декоративным элементом, а специальная металлическая подложка, впаянная в резину для того, чтобы поддерживать дам, которые имеют более объемный вес, то есть свыше 58, 60 или 70 размера. То есть для вас специальный балкончик, который будет поддерживать именно пяточная зона, а значит и даст возможности все-таки держать осанку, несмотря на более крупный вес. Ну, вот такие поддерживающие нас сапоги. Еще такой важный момент, смотри, вот у меня обувь бывает холодная все-таки, прохладненькая для зимы, а бывает наоборот супер теплая. Не понимаю, в чем разница, вроде бы мех один и тот же, а все-таки одни греют, другие нет. Научи нас как эксперт выбирать качественный мех. Да, мех меху рознь, потому что бывает пушистый мех вроде визуально, а когда ты его смотришь, он все-таки рыхловатый. Здесь у нас полная имитация мутона, его экологический собрат. Он выполнен из восстановленной вискозы и где-то процентов на 80 состоит из натурального целлюлозного материала. Он плотный, он густой, полностью повторяющий цвет, силуэт и поведение мутона, но при этом является заменителем. Данное предложение согревает от минус 25 до минус 30 градусов. Почему я сегодня рекомендую данную модель брать все-таки на размер больше, хотя в принципе ваше право, вы можете также взять и свой размер. Просто здесь за счет пушистости меха все-таки хочется, чтобы у вас была ножка не впритык, а между ними еще был дополнительный зазор.
Конечно, я помню, когда я вышла гулять с ребенком, первый раз зимой был жуткий мороз, мои ноги сильно замерзли, потому что была тесная. Да. А когда выбираешь пошире, соответственно, ножка не замерзает. В общем, в любом случае, это ваше здоровье от бренда Вилмор. Потрогайте этот мех. Теплый, нежный, густой. Мы хотим, чтобы вы у нас не болели. И бренд Вилмор создал такие сапожки, которые будут думать о вас каждую секундочку. Если будут морозы, вот она шубка, которая будет вас согревать. 3499 рублей за ваше здоровье. Кстати, смотри, как легко я застегиваю. Хоп, да еще и у меня здесь пространство остается. Да, это как раз за счет того, что у нас по спинке идет с вами эластичная резинка. Причем эта эластичная резинка в сантиметровом соотношении составляет, кстати, на минуточку, 9 сантиметров. Она закрыта у нас с вами стеклярусом, тем самым создается визуализация такого иллюзии. И ваша ножка смотрится еще более элегантно. Вот смотрите, Марина с легкостью, с достаточно объемной зоной икры, надевает пару обуви, а эластичная резинка хорошо и легко подстраивается. А это значит, что сегодня вы эти сапожки выбираете не только с юбками, но и сможете носить, заправляя под них брючки. Отлично. Ну и, безусловно, конечно же, экологические материалы – это не значит, что их нельзя носить, как говорится, в реалиях. Как я всегда шучу, эти сапожки не предназначены, чтобы ходить по облакам, а действительно по нашей грешной земле. Вот, пожалуйста, грешная земля оставила следы на паре обуви. Мы берем с вами щетку, с легкостью счищаем с поверхности. После того, как очистили, против шерсти прочесываем еще раз и тем самым взбиваем нубук. При желании вы можете протереть еще салфеткой. Я, кстати, из своего личного опыта такой, знаете, фанат обуви и постоянно ее мою, чищу, и у меня поэтому обувь служит очень долго. Поэтому можете с легкостью нубуковое полотно протереть и даже иногда и простернуть и губкой, и с пеной, и с мылом, просушить и после этого снова носить. Да, но если вы хотите еще и дополнительную выгоду получить сегодня, ну, выгодно уже наше предложение «Смиральда», действует самая выгодная цена, скидка 51%. Но если мы к сапожкам добавим куртку «Вивиана», например, за 6999 рублей, мы получим на готовый образ дополнительную скидку в 1000 рублей. Также есть другая совместная покупка с экономией: пальто «Галия» и сапоги «Эсмеральда». Тут тоже будет действовать дополнительная скидка в 1000 рублей. Теплые сапожки, эксклюзивные, только на шоп-н-шоу представлены, удобные, пальчики шевелятся и очень доступные. 3499 рублей.